На этих полях в разгаре уборочная кампания. Только собирают здесь не корнеплоды, а камни. В Ленинградской области это единственное предприятие, которое использует дорогостоящие технологии для подготовки почвы к посеву. Земли здесь сплошь каменистые. Булыжники, валуны и валунища здесь повсюду. Облагородить и освоить предстоит 1000 гектаров. Есть специфика работы на этих почвах в связи с огромной закамененностью этих почв, а также есть часть полей, которые заросли борщевиком Сосновского. Нами объявлена, можно сказать, тотальная война. Борьба с борщевиком – это первое, а второе – борьба с камнями. Для этого у нас закуплена новейшая технология уборки камней. Сначала тягачами и экскаваторами убирают большие валуны. Затем, используя канадскую технологию, собирают поверхностные камни. Далее, с помощью немецких агрегатов, производится сепарация почвы. Убираются камни из природного слоя. В хозяйстве на сегодняшний день имеется 3154 гектара пашни. Я думаю, что на сегодня это единственное хозяйство в Ленинградской области, которое объявило тотальную войну камням и борщевику Сосновского. И самое главное, есть коллектив механизаторов и водителей, которые выросли, родились и выросли на этой земле и с пониманием относятся сегодня к своей специальности. В этом году хозяйство стало участником региональной программы борьбы с борщевиком. 600 гектаров будет обработано на средства, выделенные из областного бюджета.